Как связь? А? Чё, грудка есть? А если найду? Есть грудка, нет? А? Так, сейчас забабахаем. Привет, привет всем. Здорово, Пашка. Борода. Масса, не пойму, в чем секрет. Масса есть, но ее, сука, сразу нет. Да, отлично. Пашка за рулем. Ты смотри там, не отвлекайся. А то это самое. Да перескопишься. Так. По-моему, это мало. Надо 2 пакетика. Так. Приправа. Сейчас все приправим. Это рис. Так. Блять. Плитка сумасшедшая. Я не знаю, как ее тут включить. Так, включаем. Так. Где покупал грудки? Да, борода, бей тогда, если на чужой. Грудка вообще огонь сейчас получится. Стопудняк. Самое вкусное. Как отношусь к Голубочкину? Хорошо отношусь к Голубочкину. Может, просто как-то конкретнее вопрос интересует? Про Голубочкина. Как к нему? Нормально отношусь. Димон, старая школа. Да они везде продаются. В Перекрестке покупал. И магазин «Я любимый» называется. Там тоже вроде есть. Там эти, как его, медальоны вроде они называются. Футболки огромные. Да это старые футболки вообще. Гриль стоит, блин, 1007-8 где-то вот так он стоит. Я давно заряжаюсь. Месяц уже второй пошел. Привет, привет. Медальоны это кусочки от грудки. Сейчас покажу. Вот я сейчас покажу, что такое медальон на грудке. Смотрите. Вот куриная грудка целиковая. Ну, вот кусок, да? Медальон это... Вот эта вот часть, вот эта вот хуйнюшечка, вот видите, вот эта часть, в ней еще такая прожилка проходит. Сейчас я ее, вот, блять, как вам показать-то, ну поняли, да, вот. Вот эта часть, сейчас я ее отхерачу, вот так. Вот это называется медальоны, вот они отдельно продаются. В них эта белая прожилка, блять. Так. Блять, иди нахуй отсюда, заебал, какой черт, блять, там. Да, под сухожилием. Вот, это медальон, они отдельно продаются. Оно, вот шматок. Ну, вот я на 300 грамм, там, в развес у нас продается. Я на 300 грамм взял грудку. Вот. Далер Исматов, ну, прикольный чувак, хорошую форму сделал. Молодец. Че? Что еще про него сказать? Овсяные печенья, магазины лучше самим сделать. Я как-то не очень. Это что-то в детстве были эти овсяные печенья. Сейчас как-то я не очень. Давно не покупал. Ой, я честно не помню, какие медальоны, но они встречаются разных, по-моему, производителей. Да это не обязательно на самом деле медальоны. Одна херня, что медальон, вот этот отрез, что этот оставшийся на гриле, разницы не чувствуется. Она получается вкусная, это, одинаково. Я просто порежу, привет, я сейчас просто порежу на такие же кусочки, вот, грудку. И хер потом отличишь, где медальон, где чего.
Вот. Так что вот так. Так, что там? Что там пишете еще? Да я знаю, сейчас просто пассажиров много в зале появилось, которые особо не соблюдают наши правила в клубе. Мы сейчас решим. У нас завтра собрание всего клуба. Там будет много нового. Очень кардинальные изменения будут у нас в клубе. Поэтому я думаю, сейчас мы наладим порядок. У нас сейчас появится фитнес-директор скоро, который будет дрючить тренеров. Вот. Блять, где полотенце мое? Вот. Фитнес-директор будет драть тренеров, за порядком следить, за дежурством. Ну, как-то вот в таком духе мы сейчас это все сделаем. Я вчера в Перекрестке купил медальоны. Вот здесь у нас в Праге. Ну, в смысле, в Перекрестке. Ну, прям вот здесь надо мной сейчас. Вот. Здесь купил. Да и они везде периодически встречаются. Гриль покажу. Ну, здесь-то у меня гриль дешевейший, сраненький. Ну, жарит он нормально. Мне бы на завод. Вы знаете, спасибо. Я там достаточно долго на заводе проработал. Завод имени Лихачева. Амой ЗИЛ. Кто не знает, что я пару лет дальнобойщиком работал? Никто не знает ни хера. Обычный перекресток. Я всю Россию изъездил за пару лет дальнобойщиком. Когда мне было 19, там 18-19 лет. Бля, ребят, что-то вот честно, нет настроения про периодизацию, про всякую херню сейчас говорить. Может, что-нибудь на более человеческие темы, не связанные с тренингом. У меня был ЗИЛ. ЗИЛ-130. ЗИЛ-130. Я на нем проехал всю Россию, бля. Так, приправа. Вот, ну, кто не видел, приправу еще раз пока. Сейчас закрыто покажу. Вот. Для сочной курицы с чесноком. Эх, блядь. Большой кусок выскочил. Уже положил кучу? Нет. Я разговариваю. Чё? Да. Блядь, что-то до хера приправы насыпал. Ну, сейчас кем работаю? Сейчас безработный. Блядь, заебал. Боссом работать, да. Блять. Сейчас гриль подогреется, закину грудку. Бля, если бы варил гречку, спросили бы, почему гречка, а не рис. Ну, странный вопрос. Почему рис? Потому что сегодня рис. Позавчера была гречка. А завтра, не знаю, может тоже гречка будет. Вот. Блин, надо гриль, забыл включить, разогревать. Сейчас гриль погреется. В белом здоровее. Да, борода, кто не работает, тот ест, да? У меня вот такой рис.